Че, дорого? Пи***ц. Наш вариант. Ну что, ребят, всем привет. Это обзор одного из самых дорогих ресторанов Москвы. Собор де ла Вида. Я, кстати, к этим съемкам даже подготовился. Живая? Да, конечно. Самый приятный ролик, в котором ты участвовал. Блин, если так вкусно. Будь я фитоняшкой, я бы писнул от удовольствия. Это огромные порции для ресторана. Вау. Для вас свежий тартар из устриц и семги. Ты когда-нибудь такое жрал? Нет. Филе миньон с фуа-гра. Это называется, чтобы выглядеть хорошо в таком дорогом месте, необходимо следить за собой. Ты заметил? Поэтому почти нормально. Ух ты, синий щечек, и ничего нет. Да, и полный синий щечек перед тобой стоит. Ну что, ребят, мы решили с сударем сегодня вкусно, качество, грамотно поесть. Пожалуйста, мы можем каждый день так завтракать? Брат, нет. Ну, пожалуйста. У меня, скорее всего, просто не хватит больше денег. То есть ты закрываешь канал? Я закрываю канал именно красиво. Мне вот нравится. На такой пафосной ноте. Поехали. Поехали. Подожди, что там про закрытие канала? А, Денчик, все, нету больше зарплаты, ноу, мани ноу, все. Я Даньяр. Даньяр, очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Говорят, у вас ресторан с богатой историей. Невероятно богатый. Видимо, сарказм. Тут дублоны еще. Это знаешь, если невкусно. А, это если невкусно берешь. В случае невкусной еды разбить его. Да, да, да. Мы находимся с вами в банкетном зале нашего. Ну, это для нас сегодня свято. Да, один из самых популярных залов нашего комплекса. Здесь можно петь караоке, танцевать и так далее. Врубай, сударь. Я уже, брат. Врубай. Вот ведь как бывает в жизни подчас. Мы очень любим живопись, поэтому у нас очень много картин репродукции Климта, Ренуара. То, что я болею, я услышал репродукция Климта. Привет всем. Всем здравствуйте. Как жизнь? И не ответили. Просто я понял, пошел я в жопу, да. Тише, ну какие слова ты используешь, Даник? Соответственно, с этой комнаты начинается история сигарных комнат, потому что комплекс у нас сигарный. А меня одного смутила еда в банке большой. Амазонский диск, диск амазонского бассейна. У тебя фокус будет? Божечки. Их смыло. Новые прилетели новые. Йоу! Если я правильно понимаю, в принципе, вот существуют некоторые кварталы в некоторых странах. И сейчас у рыбок это как раз не квартал красного фонаря. Да, 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 да. Изумительно. Мы многое не видим, то, что за кустиками твои. Мне кажется, эти рыбы немножечко низкого морального какого-то принципа. Не, я говорю, кто мог подумать, что мы придем просто покушать вкусно, а в итоге нам сделают такую экскурсию мощную. Я не ожидал, что мы идем в место подобного масштаба, подобного характера. Я искренне, ребят, такое вижу первый раз в Москве. У меня к тебе кое-что очень важное заявление. Как ты можешь заказывать все, что хочешь. Ты зря сейчас сказал. Петерсон. Ну, кроме Петруса. Напомню, да? Сколько стоит. Да. Ребят, нам сейчас принесли меню, но мы хотим немножко сюрприза в нашу жизнь внести. Сударь, какой у нас план? Я предлагаю сделать так. Мы назовем, допустим, на ушко официанта некую сумму, угу, которую мы хотим, угу, оставить. И оттуда, вот, чтобы нам человек помог с выбором блюд. Мы кушаем все, у нас, в принципе, аллергии ни на что нету, поэтому... Пусть для нас будет сюрпризом. Абсолютно. Кайф. Что-то необычное, что-то ваше самое лучшее и что-то на прекрасном, чтобы было. Договорились. Сделайте хорошо. Самые ходовые и классные блюда. Ой, как интересно. Спасибо большое. Слушай, я такой первый раз сделал. Это сюрприз будет. Это вообще прикол. Ребят, я так понимаю, это ваш лучший завтрак в жизни. Запомните его. Да. Это правда. Вот знаешь, сколько сказал сейчас ему на ушко? Тут сказать заблюрено, вы ничего не поняли. Опять заблюрено. Давай я попробую. Не выходит. Не пропускает. Не пропускает.
Брат, я предлагаю, знаешь, что сделать? Давай, с чего? С этих красавиц, пока они у нас во льду. Пока... Лимончик или уксус? Вот я хочу и то, и то попробовать. Мы не можем. Ты любишь, ты любишь уксус? Я не люблю, но вот здесь почему-то мне кажется, что я сейчас кайфану. Она что, живая? Да. Живая? Да, конечно. Стой, подожди, подожди. Мне же межледяной воды принесли. Точно. Подождите, Thug Life выглядит именно так, да? Ты совершенно прав, Денчик. Ну, погнали. Смотри. Вот так. Я понял. Я уксус выпил. Отлично, я уксус выпил. Боже, как это вкусно. Я про уксус, конечно же. Ну, что скажешь? Передумал по поводу устриц? Нет. Ну, типа, мне вкусно, устрица понравилось. В прошлый раз я чуть не наблевал. Вот сейчас, типа, прикольно. Просто это восторг. Это просто что-то... А вообще... уксус? С уксусом вообще хорошо. Вообще идеально. Ты будешь, Денчик, пробовать устрицу? Как простой смоленский парень будешь? Как простой смоленский парень, нет. Но как Денчик из Москвы, то можно попробовать. Денчик первый раз пробует устриц. Я чувствую себя Дамблдором из Гарри Поттера. Давай, давай. Мы только это тебе дадим. Тебе нужно до конца. Это твоя оплата, кстати, за сегодня. Давай. Что скажешь? Что уксусом моклево. Я думал, что это намного противнее. Это Thug Life, я ее не понимаю. Сегодняшний ролик как никогда великолепен. Мне кажется, это самый приятный ролик, в котором ты участвовал у меня. Чувак, это уже второй самый приятный ролик, когда я у тебя участвовал. Здесь артишоки, хамончик, лук карамелизованный, я так полагаю, что это шалот. Это очень вкусно, чувак. Это прям настолько вкусно? Да. Чувак, это божественно. Вы не преувеличиваете с учетом того, что в каком вы месте находитесь? Нет. И что вы видели? Mm-mm. Попробуем? Ну, именно необычности, то есть... Какой необычности? Набора вкусов. Ну, вот ты мой хороший, понял, да? Понял, да? Мы что, преувеличиваем? Смотри, у него слезы. Все за радостью. Ну не плачь, пожалуйста, бро. Он реально плачет от удовольствия. Вообще, это так вкусно. Я согласен. Я с ним полностью согласен, я его полностью поддерживаю. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Я очень люблю. Стас, мы тебе завидуем. Я очень люблю. Нет, я не завидую, я с ним почти везде. Да идите в жопу просто. Где повар, который готовил это? Иди сюда, иди сюда. Сюда, прямо здесь. Прямо на этом столе. Но это божественно. Это настолько нежно, настолько изысканно. Не, мне нравится, насколько здесь именно комплекс всех вкусов, они очень сбалансированы. Рукол, ты когда-нибудь свежий такой кушал? Мне кажется, я состригаю прямо перед тем, как подать. Давай, давай, оно такое, оно очень нежно, очень вкусно. Да, это очень свежо. Это очень мягко. Если это не идеально, тогда что идеально? Вопрос. Ну, я. Шутка, шутка, шутка. Я вот, кстати, не очень люблю... Как эта рыба называется? Семга. Семгу? Давай, давай это. Le croissant de семга. Je le mets. О, oui, c'est ça. Я люблю семгу. Будь я фитоняшкой, я бы писнул от удовольствия. Мне непонятно, зачем мы здесь зелени так много. Думаешь, многовато? Мне кажется, да. Просто вот просто круассан с сливочным маслом, с семушкой. Может, чуть-чуть авокадика, что-нибудь такого. Все. Да, серьезно? Нет. Могу съесть все? Конечно, сразу. Я обожаю рыбу, чувак. Я обожаю рыбу, у меня на нее аллергия. Смертельная. Да. А где там вообще эти оладьи? Смотри, братан, проводим раскопки. А-а-а. Вот они, оладьи. Что, авокадо? Это авокадо жареный, по-моему. И ты просто оладушек съел, да, с помидоркой? С рыбкой. Ты с рыбкой съел?
Я тоже, я не буду сильно дербанить все, я хочу... Это очень вкусно. Ребят, всю свою жизнь мы ели в побои. Это в итоге что? Ну, как творожная масса какая-то. Пока все с рыбой, я небольшой фанат рыбы, особенно сырой. Здесь невозможно. Невозможно не насладиться всеми спектрами вкусов, которые мы испытываем с ударем. Я просто думал, если честно, ты скатертью вытираешь. Так это и есть кусок скатерти, я вырвал. Это потрясающе вкусно. Это никогда не утяжелит тебе живот. Но порции здесь, на самом деле, для ресторана огромные. Да, это много. Это огромные много. Порции для ресторана. То есть рестораны, чем они дорогие, популярные и известны. Ты закажешь много-много-много всего разного, чтобы каждое попробовать просто. Здесь же прям порции чтобы хорошие. Чтобы поесть. Это порция, прям, чтобы поесть. Это хорошо. Типа вот взять такую штуку, еще что-то, и ты довольно наелся. Ну что, ребят, завтраки закончились. Это были только завтраки, все правильно вы поняли. Дальше основные блюда, о которых мы даже не знаем. У меня есть для вас большой сюрприз. Есть сюрприз? Все, мы любим. Ребят, сюрприз. Если мы что, любим. Мы не договаривались, мы никак не созванивались, мы просто забронировали столик. Выглядит как лютая интеграция, чтобы ты понимал. То, с чего начинался наш комплекс. Стой, у меня сейчас пар выйдет. Мы просто хотели прийти покушать. Я в шоке, ребят. Я человек, который вообще не курит, но для меня это прям как новый мир. Ребят, немного расскажу, как мы вообще выбрали этот рестик. Мы просто посмотрели самые дорогие рестораны Москвы. И вот пальцем тыкнули и приехали, и оказался здесь целый мир. Вот кто мог подумать, мы пришли просто покушать. О боже, это вино. Ну и, собственно говоря, вторая жемчужина. Кстати, ребят, я предлагаю вам подписаться на Twitch Сударя, потому что 22 числа у нас будет стрим. Прикатывай. Я готов поспорить, что он принесет нам осьминога. Я готов поспорить, что он принесет нам филе миньон. Для вас севиче из сибаса с авокадо. Вау. Для вас свежий тартар из устрицы семги. Также ежи в нашей авторской подаче соусом понзу и муссом из авокадо. Мой с бог. Вашего позволения сделаю для вас севиче повкуснее. Если дадите настояться пару минут, станет сочно. Можно я каплю дегтя закину сюда? Нет. Не люблю морепродукты, не люблю. Тогда тебе это не надо. Мы хотели сюрприз. Мы хотели. На сумму, которую... Не получилось опять скопить. Да. На сумму, которую мы хотели. Как ты думаешь, как эту сумму можно добить? Ну, только так. Только морепродуктами. Боже, ты посмотри, этот тартар из устрицы с семгой. Ты когда-нибудь такое жрал? Нет. Ежи. Ты. Ежи я, кстати, никогда не пробовал. Это самое вкусное, что может быть, чувак. Вот гребешок и ежи – это самый вкусный из морепродуктов. Просто это самое лучшее. Ну, давай с них и начнем. Давай. Крош, зачем мы будем есть моих сородичей, которые водоплавающие? Не знаешь? Как он это делает? Ёжик! Не знаю! Но мы это съедим! Яичко раздолбито. А, это яичко? Да, сними со стенок все, и мы сейчас это с тобой выпьем. Ой-ой-ой. А как мы с тобой? Внутри яйка? Да. Да, перепелиное яйко. Перепелиное яйко. Мы точно что-то делаем не так. По-моему, очень вкусно. Это очень вкусно. Я, по-моему, съел кусочек раковины ежа. Ёжик, ты очень вкусный. Боже, как это хорошо. Если в этом мире и есть совершенство, то ежик явно приближен к Дэну. Не, ну это правда вкусно. Первый раз ежа пробую. Это безумно вкусно. Даже не объяснишь никак, ну, на что похоже. То есть ни на что не похоже. Похоже на ежа. Обязательно попробуй, дорогой. Обязательно попробуй. Если ты ежа пробовали, ребят, очень похоже на ежа. Ну, допустим, окей. Вопросы? Слушай, ну не мое. Не, вот это не мое. Не мое и продолжает есть. Угу. Не, не мое. И такое, а можно еще и ежи? Да, еще и ежи, пожалуйста, есть. Тела ему полить? Давай. Смотри, сеточка на лайме, чтобы не брызгало. И то, кстати, набрызгало. Причем на меня. А, ты так. Чего ты? Так кто так ест? Ярс Абитович. Похоже на тартар как будто бы. Так это и есть тартар из семги и устрицы.
комбо. Данечка, хочешь попробовать? Он спрашивает, да, постоянно меня, хочу ли я что-то попробовать или нет. Хочу! Вот так вот. И... Да, сыпка. А это тоже не твое, да? Это тебя. Мы можем сказать вкусно, невкусно, свежо, не свежо. И я скажу, что вся еда, которая здесь была, это просто очень-очень классно и вкусно. Не умеем, да? Давай. Нежнейший слой рыбы, причем это не форель, по-моему. Форель цвет другого. Нежнейшая рыбка, которая пропитана соусом для севича, в который входит лимонный сок, скорее всего, грейпфрутовый еще. Нежнейшая авокадо. Между слоем авокадо и рыбы находятся узбекские томаты, которые имеют невероятный аромат. А рыбка имеет... теряется, на самом деле, во вкусе. Нет, не теряется. Дополняет. Да. Для вас устрицы с соусом шапли, запеченные мидии под сырно-трюфельным фондю, также классические французские улитки в соусе по-крупински. О мой бог. Приятного вам аппетита. Спасибо вам огромное. Братан, ну сегодня морской день у нас. Морской день. Давай с этого начнем. Давай, пробуй. Это устрица у нас, да. Опять. Горячая? Вкусно. Это вкуснее, чем сырые устрицы. Да ладно. Простите. Это луковый. Винный соус с невероятно сливочным оттенком чего-то внутри, устрицы тепленькая, все это тепло, это просто не лук-шалот всяких. На, Денчик, пробуй. Круче, на. Блин, я просто видно из деревни, но ничего для меня не хватает. Я сюда хлебушка, багетиком, да, так вот. Согласен. Это очень хорошо. И сухарики. И вот этот соус, потом просто с хлебушком. Дадим второй шанс улиткам? Давай, второй шанс дадим. Нет. Не она. Not mine. Будешь пробовать? Не. Понятно. А тебе зашло опять? Нормально. Ладно, миди. Братан, с мидиями вопрос короткий. Они либо есть, либо... Кстати, они очень маленькие. Не, вопрос короткий. Просто, просто ешь вместе со скорлупой. Они очень маленькие. Я сейчас охренел бы, если реально съел со скорлупой. Стой, ну вот это очень вкусно. Вау. Тут пармезан, видимо. Я таких много могу съесть. Денчик, не твое. Вообще не твой брат. Ты такой не любишь. Да. Смотри, ну улитки точно не мое. Улитки, у них это, они специфические. Очень специфические. Миди 10 из 10 для меня. Пармезан и курочка прям. Устрицы. Устрицы. Вкуснее, чем сырые, но все равно, наверное, я не фанат устриц. Ну-ка, что скажешь? Наверное, в своей жизни я делаю что-то не то. Нет, брат. Ты как раз делаешь то. То. Теперь то. Такое хочется пробовать чаще. Это реально получится. Фуагра с тайской грушей пакхам. Салат острова в океане. С тунцом и сальсой из томатов. И для вас теплый салат с фуагра и перепелкой. С глазированным яблоком. И вот он сказал только закуски. Это горячие закуски, да. Тебе жалко эту птицу? Нет, ему вкусно. Как раз-таки наоборот, не жалко. И ведь это мы объелись, понимаешь? И нам до сих пор невероятно вкусно. Жареная перепелка, карамелизированная чем-то, я не знаю. Это, скорее всего, может быть, яблоки еще карамелизированы, а не сама перепелка. Теперь очередь просто за фуагра. Позовите повара. Еда, все ли вкусно? О. Повара сюда, я для него готов на все. Это рыба же? Это тунец. Обжаренный по краям, в центре он сырой и поболенный в кунжуте обжаренным. Здесь ничего необычного. Просто хорошо. Просто очень вкусно сделан хороший тунец. Это бомба, это пушка, и это восторг. До свидания. Думаешь, ты уже сегодня плакал, Дэн. Ну.
сразу еще раз поплакать. Пицца больше любитель фуа-гра, у нас тут еще филе-миньон с фуа-гра. Так, ребят, в этом ролике не пострадало ни одного гуся. Да, конечно, уже 4 как минимум. Хорошо, для вас филе миньон с фуа-гра и овощами гриль. Для вас утиная грудка с яблочным мильфе. Также коря молодого барашка. Вот это надо было есть первым. Он святой. Где он это все берет? Расскажите, как у него получается. Так, ну я попробовал утку. Честно скажу, это мне не понравилось. Я утку вообще априори не люблю, честно скажу. Ну да, мне, может быть, утку, мясо утки не нравится. Усынови меня. Дай мне 2 минуты. Филе миньон с фуа-гра. Ну, из всего горячего, что мне принесли, мне понравились больше ребрышки. Повара, пожалуйста. Я не знаю, но мне нечего сказать. Я ебился. Ну что, ребят, осталось чуть-чуть совсем места. Десерт. Награда за еду, как говорит Макс Брандт. Баскский чизкейк с лимонным мороженым для вас. И тирамису. Какая подача у этого тирамису. Тирамису. Похоже на сисю. Знаешь что, я понял в этой жизни, что еда не самое главное. Самое главное в нашей жизни – это наши друзья, которые готовы разделить с тобой эту трапезу. Хочешь мой десерт? Не можешь уже? Я почти не могу. Ну ладно, я должен сделать это. Ирина, ё мать. Ну мой топ. У него вкуснее. Поплачу. Сейчас еще счет принесут, ты еще поплачешь. Слушайте, ребят, мы честно сами не ожидали, что так много блюд нам сегодня преподнесут. Но я вам скажу так. Здесь все вкусно. И все дорого. И все очень дорого. Я вам рекомендую, конечно, сюда прийти. Ну, взять по одному блюду какому-нибудь. Все, что у меня в голове... Рекомендуешь прийти сюда? Ты сейчас серьезно? Да. Это безумно вкусное место. Хоть разочек поднакопить деньжат, да сходить в такое местечко и попробовать чисто необходимо. Вот что мне в голову вбилось. Это миди сверхтоп, тот сэндвич и наверное, вот ребра барашка. Ребра барашка? Окей. Я скажу, я с тобой солидарен в одной позиции. Сэндвич с хамоном. Боже, как он хорош. На завтрак это изумительная штука, максимально. На втором месте у меня все-таки устрицы. Свежесть, легкость просто. Я просто люблю чуть устрицы. Наверное, филе миньон с фуа-гра. Это просто... Я, вот, кстати, угадал, что его принесут. Сочетание... Эти, кстати, еще въебали. Просто мы просили, чтобы самое дорогое блюдо точно было, а самое дорогое блюдо нам уже рассказали до этого. И он решил, типа, выебать. Он шарит. Так, ладно, самое дорогое блюдо. 300 миллионов юаней. Я подумал, что человек пошел закрывать дверь, чтобы никто не слышал. 4480. Ну, это вообще кошерно, я считаю. Ну, это было чертовски вкусно. Согласен. Сейчас будет чертовски вкусный счет. Блин, самое неприятное. Смотрим. Я слышал, как принтер работал секунд 5, пока лез чек. Ну что? Подождите, пацаны. Мы сделали для вас скидку 20%. Ой, спасибо вам большое. Там и это. Харни, я просто, знаете, как сделаю? Я сейчас... Ладно. Подожди. Как вот такое? Ладно, это больше, чем мы предполагали, или меньше? Меньше. Меньше? Меньше, да. Это за счет скидочки, наверное. Факт абсолютный. 35 тысяч. 28 тысяч. Ну, это с учетом скидки. Это вообще кошерно. Накушали мы 35. Учитывая, сколько, в каких блюд мы покушали, вот этот ценничек, который получился, это просто, ну, это подарок. Покажи самое дорогое. Филе миньон с фуа-гра. 4480. Ну что, ребята, это было чертовски вкусно. Мы рекомендуем обязательно приходить в это замечательное заведение, если вам нужно покурить сигары, вкусно покушать, попеть караоке, спраздновать день рождения. Ух, ребятка, если вам понравилось то, что мы сегодня ели, обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях любимое блюдо, которое вы увидели, и подписывайтесь на канал. Я также напоминаю, что у нас какого числа?
15 августа в 19.00 на моем Twitch-канале пройдет стрим, где будем есть самую низкорейтинговую еду из доставки. Подписывайтесь на канал, мы идем к 2 миллионам. Подписывайтесь на Twitch Сударь, чтобы не пропустить уведомления. А мы еще увидимся.